Председатель правительства Якутии Галина Данчикова посетила сегодня Нерюнгринский район. В первую очередь премьер провела совещание на Нерюнгринской птицефабрике по вопросу вывода предприятия из экономического кризиса. Далее делегация правительства посетила несколько строящихся объектов. Особое внимание Галина Данчикова уделила строительству дома по программе переселения граждан из аварийного жилья. Во второй половине дня делегация выехала в поселок Чульман, который в этом году празднует свой 90-летний юбилей. Здесь председатель правительства также посетила ряд объектов. В завершении визита в Чульманской администрации прошло выездное заседание президиума правительства на тему социально-экономического развития поселка. И был намечен план первоочередных действий, которые войдут в программу и будут приняты для реализации. Комплексная программа социально-экономического развития поселка Чульман, она будет направлена прежде всего на обновление учреждений, зданий, учреждений социальной сферы, будет направлена на ликвидацию аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года, и, конечно же, будут приняты меры, которые направлены на улучшение качества жизни населения поселка Чульман, создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего предпринимательства и в целом комплекс мер, который будет направлен и на улучшение внешнего облика поселка Чульман и в конечном итоге повышение качества жизни населения поселка Чульман.